Ну что, ребята, я думаю, настало время попробовать все-таки, что же за машина нам досталась, и прокатиться. Очень волнительно, первый раз за рулем нового вездехода. Мягенько, мягенько, все работает очень тихо, мягко, непривычно. Ну что, поехали. Машина новая, проходит обкатку, и поэтому не будем рысачить, а потихонечку прокатимся. Тихо работает машина. Тише, нежели наш вездеход. Это вот сразу, что первая бросается. Ящики у нас гуляют. Ящики бросаются в голову. Первое, что бросается вот на слух, это машина работает гораздо тише. Нету хлюпания металла. Машина послушно идет, то есть прогнозируемо, все работает мягко. Коробочка мягко работает. Очень хорошо переключается. Может быть, длинноваты ходы рычагов, но это дело привычки, и я думаю, на первом ТО это все настроится, притрется. Да, тихо работает машина. Ну что ж, поедем обратно. Замечательно. Сейчас подспустим колеса, потому что колеса перекачаны. Ну что ж, вот по целине подымемся. Выходи, не сдал. Хороший здесь уклон. Слезы радости. Офигенно. Может быть, даже сейчас чуть-чуть отложим поездку в Астрахань, чтобы подготовить новую машину. Не знаю пока. Конечно, хочется ехать уже сейчас куда-нибудь, сразу же. Класс. Моторчик шепчет просто. Обзор хороший, по окнам обзор хороший. Сзади хороший обзор, большой проем. Здорово, здорово, ребят. Это просто что-то с чем-то. Вот. Впечатление, конечно, ведро и тележка на самом деле. Кайф!
Это что-то, ребята, это что-то. Руки трясутся, говорю. Класс, класс. Ну что я могу сказать, ребят? Давайте заглушим машину. Что я могу вам сказать? Эмоции через край, впечатлений. Впечатлений валом, просто я бы сказал, прорва впечатлений. Вот такая классная техника. Она технологичная, она просторная, она большая машина, которую хочется рулить и гонять по бездорожью нашей необъятной страны. Мы раньше забирались туда, где волки срать боятся. А теперь, мне кажется, будем еще и дальше. Веселее, бодрее и лучше. И сейчас я вам расскажу почему. Потому что мы подготовим машину качественно, основательно. И поедем на ней в те места, в которых мы еще не были. И покажем вам их. Ребят, не просто далась идея того, чтобы вам показать вот такой обзор именно Sherpa Pro алюминиевого. Я не ожидал, честно вам скажу, я не ожидал, что будет у вас такая чистая, искренняя и позитивная реакция. Мне даже немножко неудобно и, как вам сказать, я, ребят, никому не отвечал в личку, не отвечал на телефонные звонки, зная, что будут поздравления и прочее. Я не мог, мне тяжело давалось слушать ваши искренние поздравления, ваши искренние эмоции, зная, что наш старичок остается с нами. Ведь он нас никогда не подводил, никогда не оставлял. Ни среди волков, ни в тех местах, где нет волков. В общем, не за что нам его менять и незачем. Ходить нам еще и ходить вместе. И еще я хочу вам сказать, что таким подписчикам, такой аудитории, какой являетесь вы у нас, может позавидовать любой канал. Вот честно, положа руку на сердце, я скажу вам так. Потому что среди сотен комментариев, когда мы сказали, что нам сделали вот такой подарок, я не увидел ни одного плохого, ребята. Ни один комментарий не был удален. Чтобы вы понимали, может быть, кто-то подумает, что плохие комментарии стирались. Нет. Я очень вам признателен за то, что вы искренне за нас порадовались, искренне поддержали, пожалели Мишку о том, что ему надо будет делать очень много нового тюнинга, что он опять будет жить в гараже, дневать и ночевать. Ребят, большое вам спасибо. С вами мы свернем горы не только на этом вездеходе, но и пешком. В общем, вот такая была машина Sherpa Pro. И вот наш надежный, проверенный, верный друг, который с нами останется. Потому как этому коню еще скакать и скакать. А мы его уже знаем вдоль и поперек. И все выемки на матрасах уже выдавлены под наши бока. Мы знаем каждую вмятину и каждую царапину на этой машине. Знаем, нам родной каждый хруст и каждая выщербина на колесе. Ребята, нас очень много связывает для того, чтобы мы бросали или меняли этого друга. Друзей мы не бросаем. Большое спасибо, что и вы у нас есть. Я повторюсь, такой аудитории, как вы, любой канал позавидует. Потому что посмотрите, в большинстве случаев люди не умеют радоваться. Я в шоке просто от того, насколько вы искренне и доброжелательно все написали комментарии, насколько вы красиво отреагировали. Ну, прям, вот действительно, вот это тронуло до слез, ребят. Большое спасибо. Я в какой-то мере хотел и посмотреть на то, какая будет реакция у людей, когда мы скажем, что нам подарили вот такую машину. Я хочу попросить у вас прощения, если даже кого-то обидел тем, что вот сказал вот так вот и провел вот такой вот обзор. Ребят, получилось так, что машина у нас оставалась на 1-2 дня, пока ее заберет новый хозяин. И вы все просили обзор Sherpa Pro. Если бы я просто сделал обзор, это было бы не так интересно.
Поэтому я хотел, чтобы вы встряхнулись, получили какие-то эмоции, порадовались вместе с нами или разочаровались, или еще какие-то эмоции испытали. Но чтобы это было искренне, чтобы это было по-настоящему. И мне кажется, у нас получилось. А нам пора с нашим старичком готовиться к поездке в Астрахань. Будет вот такая рыбалка. Ребята, спасибо еще раз. Пока. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.